Все, ребят, продолжаем. До скачивания Дума 4. Так, прыжок веры. Окей. Он сначала по-русски говорит, а потом тут же на английский переключается. Давайте посмотрим навыки. У меня одно очко навыков появилось. А тут два все стоит, да? Вот это непонятно, почему не апгрейдится. Награда за задание. Грачей можно будет нанимать. Ну ладно, купим еще очки тогда. Какие впечатления от синдиката? Положительные. Пока положительные. Я надеюсь, что дальше будет так же. Здесь столько всего интересного. Тут барыга. Здесь всего только высшего качества. Смотрите сами. Заходите посмотреть, что у меня сегодня нового. Так, ладно, давайте быстро точку поставим на карте и попилим уже по заданию вот сюда. Whitechapel. 150 метров. Я думаю, пешком быстрее добежать, чем тачку брать. Отсюда, кстати, и пришел. Зачем мне туда идти? Нет, я не пойду. Тут синхронизация как раз. Зачем я полез туда? У меня же эта точка синхронизации вроде бы есть. Давайте проверим на всякий случай. Но она должна быть. Да, она есть. Дмитрий, привет. Так, убежище банды. Убейте всех висельников, чтобы захватить их убежище и расширить территорию грачей. Да, если честно, наплевать. Давайте по заданию пойдем. Мне надоело. По бочку катать. Хочется. Мне интересно только сюжетка вообще в Ассасине. Все побочные миссии крайне унылые. Так же, как, собственно, все DLC. На мой взгляд, тоже унылые. А вот основная сюжетная линия, это интересно. Подождите, стоп. Я же правильно пришел. Блин. Я же правильно пришел. Вот сюда. Аномалия Хеликс. Зря. Да. Все верно. Я был там, где нужно, по-моему. Опс. Фриран вниз. С большего расстояния, обнаружив вас, они могут позвать на помощь других. Убейте всех стрелков, патрулирующих ключевые точки. Не дайте себя заметить.
может быть, попробовать посвистеть? Может, у нас и получится с бандами. Я тебя спасли. Покажем этим бобзи, как надо. Я с вами. Не разомнемся. Неплохо. Да, видите они, насколько быстро тревогу поднимать могут. Обалдеть просто. Все, осталось двоих чпокнуть и все, и продолжаем. Может, у нас и получится с бандами. Убежище банды завершено. Чего ты не парируешь, спрашивали? Ну, не всегда как-то получается это делать. Так, поймать беспризорника. Давайте. Поймаем его, наконец-то. Вы с братом привлекаете к себе излишнее внимание. Я бы постерегся. И правильно, мистер Кейлок. Как знаете. Что нужно делать? Драться? Такая заруба началась. Укокошили? Рассчитывать на меня. Так, можно нанимать. Мне нужна помощь. Быстрее, чем Бобби подберут. Город немного я потерял. Собаки, собачья смерть. Так, менять, менять. Отправляйся в ад. Удерживать. Сейчас я с этим разберусь. Распустить, ждать. Я смотрю, я не понимаю, они могут помочь в выполнении задания или это наем банду грачей? Вот это непонятно. Скорее всего, это на короткий промежуток времени. Лицо. Каждому по заслугам. Да, когда мы вот этого парня убьем, нам дадут предмет Человека-паука. Ну и мы будем играть за Человека-паука. Или, как мой племянник говорит, Человек-пук. Вообще. Вы что, деретесь, дураки, что ли? Ничего себе, мне кажется, там толстый должен был уже вообще свалиться. Give us a kiss.
А, можно тоже начать бой, смотрите. Там иногда появляется надпись «Начать бой». Понятно, зацикленная бредетина. Так, идем дальше. Мальчик стоит рядом с сокровищем, охраняет его. Так, как этих ребят распустить-то? Давайте распустим как-нибудь. Распустить. Спасибо. Watch out. Watch out. Такой прикольный британский акцент. Постоянно какие-нибудь преступления происходят. Иви, я здесь и готов помочь. Только кивни, если надо прикрыть Иви. Отлично. Выполнен весь набор уличных заданий. Найс. Еще бы дали прокачку. Вот снаряжение, например. Оружие, да? Вот у меня, в принципе, уже есть что-то. Что-то можно купить. Можно кастет купить себе. Хотя вот это, пожалуй, оружие даже получше будет. Хотя, смотрите, вот это кастет, получается, он как бы больше дэмэджа наносит вместо оглушения. Так. А это что такое? Требуется уровень 4, да? Может, кастет попробовать? Не знаю даже. Так, наручники ассасина, ничего не разблокировалось. Ну, рановато еще пока. Барыга стоит рядом. А, кстати, здесь точка синхронизации есть наверху. Точка синхронизации, по-моему, да? Поставить метку, снять метку. Что такое вообще? Что за хрень? Как это взять? Аномалии Хеликс. Угу, то есть они по всему городу разбросаны? Прикольно. То есть ты не только деньги собираешь, но и всякие, ну, скажем так, компоненты для изготовления ништяков, которые будут доступны, видимо, позже. Вы не помните, там на 4 уровне что-то можно будет изготавливать? Посмотрим. Где-то здесь начинается задание. Попробуем начать. Может быть, даже вот этот парень, он и есть часть задания. А, ну, скорее всего, да. Это братец, наверное. Привет, братец. Поймать беспризорника. Thank you.
Где это мы? Наконец-то мы встретились. Вавилонский переулок. Здесь мы обучаем детей премудростям улиц. Они получают возможность взять собственную судьбу в свои руки. Клара, мистер Грин сказал, мы можем помочь друг другу. В обмен на помощь мы попросим о небольшой услуге. Почему бы и нет? Вы забрали у меня почти все деньги. Можно и об услуге попросить. В городе есть несколько заводов, на которых дети – основная рабочая сила. Эти бедняги часами вкалывают за гроши. Многим вообще не разрешают выходить с завода. Их жизнь ужасна. Вы спасете их. Небольшая услуга? За это мы поделимся информацией. Думаю, она вам понадобится. Эй, подожди-ка! Я спешу навстречу. Ну что, вы согласны? По рукам. Приятно иметь с вами дело. Я, говорит, спешу навстречу, а сама играет в свою игру. То есть, может быть, мне тоже нужно будет всегда говорить, я спешу навстречу, извините, ребят. И потом садиться играть на стриме. Шикарная отмаза. Догоню и сверну тебе шею. Да, девочка очень даже милая. Это правда. Только вот почему три столько красных, столько синих точек на карте, я не могу понять. Так, что они означают? Вот это понятно, да? Тут точка, куда нам нужно попасть. А эти что точки означают? Непонятно. Освобождение детей. Проникните в фабрику и освободите детей от рабского труда. Освобожденные дети будут снабжать вас редкими ресурсами. Так, не поднимите тревогу. Это, видимо, то, что дает дополнительный бонус. Вот что такое вот это вот зеленое, я не понимаю, ходит. Зеленое. Может быть, их нанять можно как-то? Непонятно, короче, что такое зеленое. Выясним, наверное, скоро. Или это освободить нужно? Зеленая точка — это твоя банда. Ну да, скорее всего. Я так и подумал. Фу, где же колокол-то? Где-то колокол был. Лидер. Лидер — важный персонаж, они сильнее остальных ваших противников. Тайно убив лидера, вы напугайте ближайших к нему врагов и обратите их в бегство. Стратегия. Тайно убейте лидера группы, чтобы посеять страх среди остальных противников. Ну что ж, мне нравится эта идея. А вот колокол вон он стоит, видите? Я вот не знаю, может быть, лидера убить и не париться насчет колокола. С другой стороны, двое охранников внизу. И если... Ну, тот, который дальний, он постоянно смотрит прямо. Я даже не знаю, как к нему прокрасться аккуратно, если убить вот номер два, который ближе к нам. То как попасть потом к дальнему? И не спалит ли нас он? Ладно. Давайте попробуем все-таки лидера убить и не трогать колокол. Чертовы дети! Сэкономишь тут, когда каждую неделю кто-то дохнет. Давайте на крышу полезем. Oh!
перевозка неделя, а мы уже отстаем. Так. И как же к нему попасть? А, я же могу его, наверное, дротиком убить. Как вы считаете, ребят? Можно ли убить, ваншотнуть дротиком, нет? Как вы считаете? А, там динамит лежит. Конечно, могу. Конечно, могу. Так, давайте дождемся, пока он дойдет. Я его динамитом чпокну. Да, это динамит. Все отлично. Бай, сонова бич. Вау. А разве не сказали, что... А, его надо было скрытно убить. А динамитом, короче, скрытно убить нельзя. Елки-палки, детей освободить надо. Вот это фейл вообще. Это фейл. Вот она! Не дадим мне! Вечно они дерутся. Так, уходите отсюда, ребят. Черт, никого не могу. Простите, мисс. А ну стойте, мисс. Кажется, все. Еще чуть-чуть. Спасибо вам. Видели женщину? Да не, не, это не женщина, это мужчина. А, освободить всех детей, еще не всех освободил просто. Так, ребят, те, кто опоздал к началу, и только что на ютубе расшарил первую часть прохождения. Так что, в принципе, можете смотреть. Поехали дальше. У меня для тебя кое-что есть. Хочешь посмотреть? Сюда кто-то проник! Как-то он меня увидел, кстати, краем уха. Так, дети, 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 где же вы еще? Может быть, те, которые на улице стоят, в том числе?
Вот тут какая-то точка есть. А возможно, она на втором этаже. Да, она на втором этаже, просто ясно. С другой стороны, хороший опыт. Будем знать, что в этой игре нельзя либо выходи, либо вали уже. Убить главаря, например, динамитом. То есть можно только скрытным убийством. То есть я-то думал, что это как бы равноценно, а на самом деле нет. Не бойтесь, еще недолго осталось. Вы самое прекрасное. Последние парни остались наверху. Подожди, я же их отпустил. Почему они не уходят? Я тебе писал. Не, ну я в курсе, ребят, что там было написано, все понятно, но нужно было проверить. Потому что слишком соблазнительно убить главаря одним выстрелом динамита. Ну вот теперь мы будем знать, что этого нельзя делать. Все будет хорошо, точно. Спасибо. Начало было интереснее, на самом деле, чем вот сейчас продолжение. Первые миссии были, конечно, интересными. Сейчас начинается такая рутина, несколько. Ассасиновая рутина. Но начало реально внушало надежду на то, что вся игра будет такая эпичная. Давайте посмотрим, сколько там Doom скачивается. Жесть. Опять 25. Так. Видимо, нужно на него смотреть постоянно, чтобы он быстро качался. Периодически бывают всплески. Но в основном почему-то просадки идут. Давайте тогда еще этот трюк повторю. Может быть, все-таки поможет. Чаще всего помогает. Но сейчас на какой-то другой сервак подцепило. Нет, медленно пока. Ух ты, ПСН, а? Ладно, еще разок.
Во, поперло, поперло. Отлично. Не останавливайся, не надо. Не останавливайся. Продолжай. Блин, так хорошо начиналось. Я опять что-то затупил. Во, отлично. Ну, будем надеяться, что сейчас потянет дальше. Поехали. Здесь есть все, что захотите. На компе быстрее качает. Так это PSN тормозной. Он очень сильно тормозит. На Xbox Live очень быстро все качается из Xbox Live. Я реально игры полноценные качаю за... Ну там 40 гигов или 50 могу скачать спокойно за... Не знаю, часов за 8, наверное, вообще легко качаю. А PSN может качаться сутками. Они не признают проблему, говорят, что вы сами виноваты. У вас роутер говенно настроен и так далее. Ну, то есть дурачков всегда включают. Техподдержка PSN. И, знаете, типа все пользователи идиоты, а мы такие умные японцы здесь, гордые. Вот. Очень плохой подход, на самом деле. Интересный дом. Что она делает тут? Что? Что? Вы надолго останетесь? Конечно, надолго. Хочу посмотреть, что ты там делаешь. Какой-то нервный, смотрите. Ты очень быстрый и очень нервный. А, вот и вы. Между нами и Уайтчепелом лишь один негодяй. Кейлок будет сопротивляться, и банды выйдут на улицы. Ну-ну. Вот. Уверен, ты лучше справишься с этой штукой. А это что такое? Подарок на Рождество? Собирай людей. Наконец-то нам дали новое оружие. Это очень хорошие новости. Ну, враги, наверное, посильнее будут, с другой стороны. Так, при повышении уровня у вас появится возможность использовать лучшие оружие, инструменты и элементы одежды. Нажмите Options, чтобы открыть соответствующее меню, в котором можно купить и использовать улучшенное снаряжение. При улучшении снаряжения улучшаются его параметры и повышается эффективность. Спасибо, Кэп. Итак, у нас появилась... Вот это вот волына, да? О, какая хорошая штука. Посмотрите. Просто шикарная вещь. Ее можно улучшить. Но вот это вот дадут, на самом деле, требуется уровень 3. Я, наверное, не буду сейчас тратить деньги на улучшение. Я потом сразу же вот эту вот волыну улучшу и все. Она, по-моему, слишком шикарная. Это еще лучше, конечно, но когда мы еще до нее дойдем? Вот, я жду, короче, третьего уровня, и потом будем апгрейдить всякую шляпу. Так, что дальше-то? Пистолет. Вот пистолет, непонятно когда. Вот тоже, кстати, четвертый уровень. Дадут пистолет, мы тогда его, собственно, прокачаем. Можно новую одежду надеть. Ну, это какая-то вот хрень. Но она скрытность повышает. Практичный плащ называется. Дальше у нас идет плащ леди Виньолы, требуется уровень 5, этот уровень 3 нужен. На третьем уровне много хорошего дадут. Так, дальше, костюм Иви, ничего больше пока не дают. И это что у нас? Можно поменять цвет платья.
Disney, я не хочу туда заходить по твоей ссылке, если честно. Так, ну все, вроде бы. У нас на самом деле появились. Рексфорд Кейлок согласен на ваши условия и ждет вас на станции Уайтчепел. Он ставит на кон свой поезд. Где ты, Кейлок? Может, это поможет? Какие-то банды Нью-Йорка просто. У меня фильм вспоминается, когда они так начинают зарубаться. Навыки. Давайте навыки посмотрим. У меня ведь появились, наконец-то, возможности прокачаться. Так, вот это неинтересно. Вот это что такое? Это неинтересно. Тоже неинтересно. Похищенные враги больше не пытаются бежать, неинтересно. Увеличивает скрытность на 7. Это вот интересно. Атакуйте противника за мгновение до того, как он атакует вас, и нанесите серьезный урон. Ну, это вот неплохой, кстати, апдейт. Можно его прокачать. По-моему, это неплохая вещь. Так, радиус зрения орлиного действия может увеличиться. Теперь вы можете видеть на мини-карте, куда смотрят ваши противники. Но это мне не интересно, куда они смотрят. Вы находите больше редких ресурсов. Вот это очень интересно. Больше ресурсов снижает урон, получаемый в рукопашном бою. Давайте ресурсы купим. Я думаю, это пока что актуальнее. В принципе, все. Задумался. Долго загружается. О, нормально, нормально качает. 300 мегабайт уже качнуло, пока мы там играли. Но все равно медленно. Блин, 363. А, какой же ты медленный PSN. Ужасно. Я хочу сегодня поиграть.
Обычно помогает раз со второго. Сейчас что-то он как-то сильно упирается. Отказывается ускоряться. Ну, вот здесь нормально пошло качать. Все, давайте пока оставим. Я тебя выпотрошу. Ты его скинул. Можно так? Кажется, сломано. Ну, зато теперь у нас есть поезд. Не так уж и плохо. Можно было бы, кстати, качать скорость героям, было бы здорово. Ну, хотя бы немножко процентов там, не знаю. Я думаю, что процентов на 50 было бы уже перебор. Ну, например, процентов на 30 увеличить максимально скорость героя. Начинать там 10, 20, 30. Три варианта. Кейлока больше нет. Теперь Уайтчепл не принадлежит висельникам. У вас есть шанс вступить в наши ряды. Кто против Старика и его прихвостней? Наш друг. Добро пожаловать. Ты мерзавец! Я лучше на рельсы лягу, чем буду гонять Берту ради этого ушлого кретина. Кейлока? Он нас покинул. О, здравствуйте, щеголи. Кто это у нас? Я Иви Фрай. Это мой брат, Джейкоб Фрай. Понятно. Я Агнес Макбин. Очарован. Думала, получу повышение. Да куда уж там. У нас найдется дело. Ха, да ладно, серьезно, что ли? И платить будете? Полагаю, не меньше прежнего. Ну что ж, в таком случае, Агнес и Берта, леди и ее локомотив. Мы обе к вашим услугам. Я буду в том вагоне. Убежище в поезде. Великолепная идея. Ну, все неплохо сложилось. Думаю, теперь мы можем приступить. Джейкоб, это важно. Сперва мне нужно починить эту штуку. Полагаю, я знаю, кто нам поможет. Я не сомневался в тебе, Генри.
Ну что, поговорим с бабулей? Знай, в этом городе деньги значат очень многое. Столько добра можно сотворить с полным кошельком. Хотите очистить город? У вас есть шанс. На карте отмечены мои старые друзья. Дайте им фунт другой, глядишь, так и удастся обеспечить каждому из нас спокойную трапезу. Что такое голосок прокуренный? Вам не кажется, ребят? Он слишком много курит. Используйте карту улучшения банды. Так, карты. Карта улучшения банды. Улучшение банды. Теперь можете покупать лекарства в лавках. Примите лекарства во время боя, чтобы восстановить здоровье. Рынок лекарств. Плохо. Так, что у меня там с уровнем-то? Навыки. Уровень 2. Пока, к сожалению, ничего. За пацанчика играть не будешь? Ну, давайте попробуем за пацанчика. Ну, я просто и прокачиваю эту девушку, видите? Поэтому, наверное, нет. Наверное, все-таки нет. Все вкладываю, все свои деньги в эту девушку замечательную. Вот здесь можно прокачивать банду. Ну, в принципе, можно эту фигню прокачать. Ну, давайте улучшим. Денег там много, в принципе. И сразу же открываются другие апгрейды. Грачата. А, кстати, а вот почему бы этого не сделать? Вот, смотрите, вот мне что-то нравится этот апгрейд. Грачата. Где они тут? Вот. Значит, стоит 1500 фунтов. Используйте R1, чтобы пообщаться с ними, и они станут делиться с вами более ценной добычей. Но я думаю, что на это время будет уходить. Не хочу на это время тратить. Не вкладывай деньги в девушку, она тебя использует. Да, ты прав. Да, эту девушку зовут Иви. Почти что Киви. Что, в точку Б идем? Окей. А это что такое, точка Т? Задание сторонников. Ну вот говорят, что все, что вот... А, это вот побочка как раз. А это основа. Все понятно. Ну, не будем на побочке останавливаться. Ой, уходит поезд, да подождите меня. Иди, твою мать, да подожди ты. Подождите, иду. Она не может запрыгнуть, что ли? Да, нормально. А, переодеться можно теперь. Это что такое? Ну-ка. Получить сувениры. Нюх Библия. Секрет какой-то. И получить снаряжение и оружие. О, другое дело. Требуется уровень 3. Блин, быстрее, хочу другой уровень уже. Третий. О, новые наручи. Отлично. Пистолеты пока не дают. Ну, найдем, наверное, еще что-нибудь. Вот, я жду теперь апгрейда. А. Так, не понял, подождите, что больше-то дамажит? Смертность 4. А, минус 4. Это тоже не то.
Так. Давайте посмотрим, может быть, что-то еще есть в этом чудесном поезде. Получить сувенир. Может быть, тут можно что-то получить? Шок-сенсация какая-то. Может быть, их нужно разблокировать. Внимание, область 4 уровня. Требуется улучшить навыки. Посетить черный рынок. Так, восполнить все. Это стоит всего лишь 127. Давайте восполним все. Славный вечер, правда, мисс Эми? Правда, правда, дядя. Острому уму. Острый клинок. Мы быстро доход забираем. Слушайте, это мне нравится. Давайте посмотрим по карте, куда он едет. Так. Непонятно. Железная дорога идет вот так вот. Смотрите. Раз, 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 раз. И вот сюда. А, получается, что направо нам не попасть. Нам надо сходить с поезда, получается. Ну так прыгай давай, дуреха. Давай. Let's go. Что нужно этой женщине? Она отказывается спрыгивать вообще. Ну, отлично. О, смотрите, баржа какая-то идет. Вот бы на нее сейчас запрыгнуть, а? Но я думаю, что я гуфну сразу же. Это было бы прикольно. А вон еще одна идет. И еще одна идет. Вот. Давай. Let's go. Давай. У-у-у-у. Есть. Шикарно. Там, смотрите, можно что-то отсоединить даже. Это что такое? Расцепить можно? Сейчас авария будет, смотрите. Там целая пробка сейчас создастся. Класс. Ой, входим в зону нестабильных данных. Мы должны выйти отсюда срочно. Ой, что происходит? Плавать, короче, нельзя. Можно только вот так, получается, перемещаться. Ой. Извините, пожалуйста, я не хотел.
конечно... А, вот тут точки синхронизации, по-моему, есть. А, нет, это обломки. Вернулся, что берем. Да, я тоже уже подумал, что... О! Получить предмет? Понять, что там было такое, что можно забрать. О, пофиг. Ой, ой-ой-ой. Ёлки-палки, а? Ребят. Кажется, я влип. Делать-то, а? Я не хочу телепортироваться. Какие-нибудь идеи есть? Что можно сделать вообще? Так, бомба. Может, вот эту звуку кинуть? Найти бы чувака и усагрить его, чтобы он меня убил. О! Ага. Нормально. Прокатит этот бомб. Попасть проще некуда. Я тебя нашинкую. Зря теряешь время. Пуля в стволе, цель на мушке. Давай скучно. Как не зайду, все 3 часа осталось. Thank you.
Так, сейчас посмотрим, с какой скоростью грузится Doom. Очень медленно. Иногда прорывает что-то. Где-то я ее вижу. Куда это она? Сделали. А, я же забыл этот осколок-то найти. Найс. Аномалии Хеликс. Хотя их, знаете, их видимо столько, что бесполезно отдельно взято искать. Я только, видите, нашел там, ну, совсем мало. Так, а это что такое интересное? Ну-ка, подождите. Где-то меня здесь убили, помните? И там была то ли аномалия, то ли... Точка синхронизации, скорее всего, аномалия. Вот точку синхронизации я бы с удовольствием сейчас нашел. Отличная женщина идет. Проклятие. Алекс, в чем дело? Только и слышу, как без устали восхваляют сироп спокойствия и прочий вздор. Клянусь небесами, если Старик сохранит монополию... Алекс, прошу прощения. Со мной друзья. Иви Фрай и ее брат Джейкоб. О. Александр Грэмбелл. Лингвист, изобретатель, талантливый инженер. Алекс, я хочу попросить вас об услуге. Вы поможете мне? Похоже, тут трещина. О, вот так. Знаете, с этим мы бы живо установили новые предохранители на Биг Бене. Алекс работает над телеграфной линией для Ассоциации свободной прессы. Конкурирую с компанией Старика. Если мне удастся восстановить предохранители и связать линии на Биг Бене, это ослабит Старика. Правда, я нынче немного не в форме. И... Вот... Я убрал механизмы, чтобы работало с наручем. Опробую немедленно. Стой, Джейкоб. Мистер Белл, я помогу вам с предохранителями. О, с радостью приму ваше предложение, мисс Фрай. И экипаж возьмем мой, но поводья я доверю вам. Дай-ка сюда. Я вам помогу. Мисс Фрай, я рад, что вы решили мне помочь. Поторопитесь, нам нужно ехать.
Надеюсь, мои разъяснения... Итак, мистер Белл, над чем же вы работаете? Я намерен изобрести фонетический телеграф, мисс Фрай, чтобы передавать не точки и тире, а настоящую речь. Фонетический телеграф? Трудно выговорить. Может, назвать его просто телефон? Телефон? Ужасно. Но вернемся к прошлому разговору. Вся пресса теперь стала зависеть от телеграфной компании Старика. Поэтому мистеру Грину и нужна независимая связь. Да. И что еще хуже? Кто-то уничтожает линии мелких компаний. И они не могут починить предохранители. Они ведь... находятся на Биг Бене. Точно. К тому же, чтобы миновать стражу, нужно разрешение от правительства. Стража не проблема. Я починю предохранители. Ну, тихо. Установите предохранители, не опускаясь ниже 30 метров. Круто. Там же есть точка синхронизации, кстати. Так, тут никто меня не палит. Сейчас, ребят, секундочку, я подойду.
Так, ребят, ну что, полетаем? Так, или один, чтобы подняться на высокое здание, находясь на уступенном территории, чтобы съехать по тросу. Окей. Ой, ёпка. Разберемся по-взрослому. А ну, вернись. Ну, беги, беги. Вот Человек-паук у нас пошел. Прикольно. Мне кажется, для того, чтобы подняться тросом, на такое расстояние нужен трос. А, мне кажется, наверное, я не совру, если скажу, что трос должен быть, наверное... Ну, там такая катушка. Наверное, я не знаю, размером... Ну, метр, например, в ширину. Как он помещается у них в руках, я не знаю. Total Warhammer на консолях, не знаю, ребята, вообще выйдет, что это за игра, тоже не знаю. Красиво, да, здесь? Давайте маленько посмотрим, понаслаждаемся пейзажем. Я не понимаю, зачем они столько кораблей сделали. Это ж нереально просто. Ну, я уверен, что там не могло быть столько кораблей в то время. Я не уверен, что нужно прыжок веры делать. Вообще, город большой, конечно. Мне что понравилось, по-моему, это раньше не было этого в Ассасинах. Это возможность просматривать в данной территории, сколько чего выполнено. Там квестов всяких, коллекционных предметов. Если я не ошибаюсь, такого раньше не было. Если ошибаюсь, поправьте меня. Прекрасный вид. Так, а теперь нужно совсем на другое здание, да, пилить? Так, а я вообще синхронизировался же вроде бы, правильно? Можно попробовать спрыгнуть, ну, сделать прыжок веры с такого расстояния. Было бы интересно, на самом деле. Что-то я не хочу туда. Это совсем другое место. Тут можно же по-другому как-то, наверное. То есть прыжок веры можно вот только сюда сделать. По ходу дела. Сюда уже нет. Сток сена почему-то на крышу не поставили. Плохо работают, ребята. Не подготовились к моему приходу. Huh.
Ой, куда? Нет. Ай, я не туда, смотри. А, она что ли... Блин, я же не туда показывал. Куда? Куда ты стреляешь? Зачем вверх-то? Дурында ты. Давайте попробуем прицелиться. Может быть, можно вот так вот сделать. Нет, смотрите, я прицеливаюсь, она все равно вверх лезет. Может, как-то можно быстрее спуститься, я не пойму. Ну, вроде бы как нет. Так, а сколько метров, интересно, сейчас высота? Спрашивают, графон везде такой в игре? Ну, если ты смотришь на премиум качество, то можешь оценить графон, и он вроде бы не такой уж и плохой. Но вообще, да, везде. Но прежде чем судить, нужно на премиуме смотреть. Потому что бесплатное качество, оно не передает, как бы, вообще ничего. Вот так. Прыжок веры можно сделать? Да? Серьезно? Куда? Опять какие-то воспоминания, искривление времени. Это вот здесь вот лежат. На самом верху. Можно попробовать забраться туда. О, человек-паук. Надо как-то научиться этой штуковиной пользоваться. Подсвечивается обычно, когда можно это делать. Не, ну графика, конечно, уступает Unity, тут ничего не скажу. Но, безусловно, гораздо лучше, чем какой-нибудь Black Flag. Вот и все. Что, Белл нас ждет? Так, нужно найти сейчас точку, откуда можно будет прыжок веры сделать. Я уверен, что она где-то есть. Может быть, вот там вот?
Что-то похоже на прыжок, верно, на самом деле? Так, а может быть здесь? Вон едет какой-то сток седа. Похоже, отсюда нельзя. И почему-то не могу воспользоваться своим предметом этим замечательным, который позволяет быстро перемещаться там. Прыгай, сама долетит, но нет, не хочет. Может, потому что это была запретная зона? Ну, смотрите, сюда вот можно залезть, да? И туда можно залезть. А вот обратно уже слезть нельзя. А что же бред-то? Ну-ка, давай-ка прыгай. Давай, фриран вверх, фриран вниз. Капитоша, хватит уже скулить. Иди давай, гуляй. Во! Отсюда можно? Нет, не вижу нигде, куда можно было бы спрыгнуть. Зато слышу эффект искривления времени. А, вот сюда можно спрыгнуть, да? И там что-то тоже так что подсвечивалось, кажется. Ой, не-не-не, куда ты лезешь? Куда? Ой, как все сложно. А подождите, мы же можем телепортироваться. А там есть, если я не ошибаюсь. Я же делал синхронизацию, почему? Слушайте, я ж только что здесь делал синхронизацию, теоретически я могу вот сюда телепортнуться и все, но он мне не дает почему-то. Почему, ребят? Есть такие идеи вообще, нет? Почему нельзя? Запретная зона и все тут. То есть ее нужно освободить, тогда можно будет телепортиться, что ли? Ладно, погнали отсюда. Благодарю вас, мисс Фрай. Теперь я наконец смогу вернуться к монтажу новой линии. Понадобится помощь, обращайтесь. Конечно. Приходите еще. Я покопался в этом устройстве и записал для вас формулу. Пока не идеал, но увидите, работает. Это же слишком хорошо!
Значит, не пойму, где на карте задание. Соберите 200 металлических компонентов. Что это за задание такое? Подъехали, но что-то как-то на карте не появляется нифига. Ну, давай. Подождем маленько, пока он успокоится. Знание – сила. Власть над власть имущим. Листочки, ребят, да, спрайтовые. Вот это нужно просто убить и все. Будет норм. Ты слишком близко. Ой-ой-ой! Куда ты? Ёлки-палки, я же рядом стоял с жертвой. Зачем она прыгала вниз? Она на прицеле! Вот это было вообще забавно, конечно. Получился вообще. Сейчас надо будем надеяться, что сейчас будет убивать именно снайпера, а не дядю Васю снизу. Она не хочет ее убивать.
Че, подождем, пока она обратно пойдет. Хотя, наверное, смысла нет. Решил меня обхитрить, что ли? Подождите, так его же надо как-то... А, все понятно, это не его шмонать нужно, а ящик. Что это? Надо посмотреть. Иди покажу тебе пирожок. Волосатый. Снайпер, я пойду отсюда. Это опасно. Так, а как ее обхитрить-то? Дофига. Новости могут сделать героем или куда уничтожить. Куда ты собралась? Ты заслужила взбучку. Взбучку? Хорошо, вот такой тетке взбучку получить. Да! Бак! Так, создавайте новое снаряжение и улучшение. Меню снаряжения и изготовления. Так, отлично. Ищите уникальные ресурсы и чертежи в скрытых сундуках. Доходная деятельность, особенно грабеж поездов, экипажей кораблей, приносит много ресурсов. Так, теперь мы можем создавать вот эту вот канитель, всякую бомбу. Ага, вот это круто, кстати, мне нравится. Больше патронов можно носить с собой, нести больше бомб, увеличить эффективность лекарств, носиться больше лекарств, больше метательных ножей. Мне вот это нравится. Ох, то можно... Можно апгрейдить это, знаете, много раз, оказывается. Найдите чертеж. Пока что у меня чертежа нет. Тысячу сто. Так, снаряжение. Давайте лучше снаряжение посмотрим. Железный кукри. Так.
Деньги из золота, да? Рука древних. Клинок Майя. А что еще у нас есть? Так, вот это что такое? А, плащ леди Виньолы. Это очень неплохо, кстати. Вот на самом деле здесь нужно будет пошариться после следующего апгрейда. Снаряжение, да, называется? Снаряжение. Так, навыки. Пока что второй уровень. Давно пора бы уже поднять. А, изготовьте улучшенную домовую бомбу. Нас заставляют, на самом деле. Вот, помните, можно было вот тут создать. Этот предмет нужно изготовить. Требуется уровень 4. Лучше вот эту тему зафигачить на уровне 3. Доберитесь до мастерской Белла. Пойдем поговорим. Мне кажется, он влюбился уже в нашу героиню. В стенах есть все, кроме секса, по-моему. Только его не хватает, чтобы стать хитом всех времен. Интересно. Видите, показывается какая-то точка интересная. Я не могу понять, где... А, вон она находится сверху. Ламбит, часть 2. Давайте карту посмотрим уже наконец-то. А помните, я вот здесь вот разблокировал этот самый точку синхронизации. И я не могу понять, почему я не могу сюда телепортироваться. Вообще весь город, по-моему, заблокирован. Вот здесь вот можно, по-моему, да? А, у меня, видимо, задание идет до сих пор. Хорошо. Вы, ребят, как считаете, вот эта вот штуковина из Человека-паука, она на пользу игре или не очень? Как вы считаете? А, мисс Фрай, я показываю Джейкобу первые сообщения, полученные с исправленной линии. Кстати, Шенбяо вы можете оставить себе. Для вашего брата я сделал еще один. Вы помогли. Еще раз спасибо. Не за что, мистер Белл. Мы постоим за принципы беспристрастности и свободы слова. Свобода — это важно. Но краткость, говорят, сестра свободы. Вы, как всегда, остроумны. За сим нам пора откланяться. О, желаю вам удачи. Понадоблюсь, обращайтесь.
Ну, большинство говорят, что это не очень хорошее дополнение к игре. Теперь, когда мы покончили с этим... Кто это? То есть, ты его не знаешь? Отличный у вас поезд. Мисс Макбин много о нем рассказывала. Я Нед. Генри. Не буду отнимать у вас время. Захотите узнать о лучших транспортных системах мира, я буду по этому адресу. Вернемся к поискам частицы Эдема. Нужно избавить Лондон от Старика. Кого мне надо искать? Сейчас еще не время. Я приехал в Лондон не за диковинками. И познав суть танца, ты не станешь танцором. О, значит, ты у нас хочешь продолжать дело отца. Кто-то же должен. Иви, отыскав артефакт предтечь, мы сможем понять намерения тамплиеров. Джейкоб, я располагаю ценной информацией об окружении Старика. Вот. Ишь, какие призы дают. Мне кажется, должен еще быть какой-то сюжетный ролик. Прямо сейчас. Неужели нам надо всех по сюжету убрать, вот этих вот парней? Часть 4. Ну давай. Быстрое и надежное средство. Джейкоб и Иви отдаляются друг от друга. Он не хочет помогать ей в поисках плащаницы, а она считает его войну против тамплиеров глупой и безрассудной. Они работают по отдельности, Джейкоб отправляется в Ламбет, чтобы разузнать о сиропе Старика, а Иви отслеживает артефакт до дома мастера ассасинов Эдварда Кенуэя. Эдварда Кенуэя? Серьезно? Окей. Теперь в Ламбете нет ничего, кроме сиропа спокойствия. На нем имя великого магистра. Самое время для визита к доктору. Не думаю, что исцеление будет быстрым. А ты чем собираешься заняться? Интересно. Ты и так знаешь. Поиском частицы Эдема. Что ж, успехов. Пойду убивать тамплиеров. Спрашивают мое мнение. Ну, вообще, я считаю, что гаджет Человека-паука здесь, конечно, лишний. Значит, ничего не понимаю. Почему мне телепортироваться не дают? Что за фигня вообще? Бред какой-то. Новые дела в моем блокноте появились. Тут все прошмонать, забрать бабло. Давай сначала посмотрим, куда он едет по отношению к тому, куда нам надо. Есть ощущение, что поезд едет вот сюда. Где-то вот куда-то вот сюда.
Потому что в обратном направлении получается от нашей точки. Хотя вроде как показывает, что приближаемся. Да, кстати, Бэтмена даже больше напоминает, вы правы, ребят. Бэтмен, да. Защищаете руки, да? Понятно, когда мы, собственно, проапгрейдимся. Хотелось бы быстрее уже третий уровень. А у этого персонажа вообще первый уровень, прикиньте. Тут каждый персонаж, получается, еще по отдельности качается. Так это вообще тогда тема какая-то не очень. Ну-ка, если нажать так вот. А, смотрите, сейчас поменять нельзя. То есть сейчас мы играем исключительно за парня. Переключение между персонажами сейчас невозможно. Ну ладно, придется апгрейдить. Ну смотрите, у него опять же есть прокачка того, что на девушке. Это очень хорошо. Да, штаб-квартира на рейсах. Купи одежду нормальную. Сейчас купим. Тефа, Тефа. Тефаня. Мы получили новый уровень, третий. Наконец-то. Так, что еще можно проапгрейдить? Снижает урон. Даже не знаю, что открыть. Может быть, вообще не качать. Вот мне вот это также нравится, кстати. Так, все вроде бы. Сейчас можно ему купить снаряжение, посмотреть, что есть. Это вообще какой-то бомжикостет. Надо нормальный какой-нибудь поставить. Он стоит 3000 фунтов. Какой-то юбисофтовский должен быть. Эксклюзивная награда Ubisoft за что? Непонятно. Неужели за деньги придется покупать? Хотя 11 тысяч уже, в принципе, можно и купить. Вот это, по-моему, и то больше смертности дает. Атака плюс 1, смертность плюс 3. Давайте возьмем эту фигню, короче. И вот еще так же можно улучшить, вроде как.
Смотрите, улучшение. Стоит это 500 всего лишь. Не знаю, стоит или нет. Давайте разочек проапгрейдим. Так, наруч тоже можем поменять. Огнестрельное оружие. О, 3000. Точность стрельбы на вскидку уменьшается, но при этом магазин больше. Нет, тогда нет смысла. Пояса. Да, вот есть еще один пояс. Так, это что такое? +1, +1, да? 3000. Так, 3000. Ну что, гулять да гулять. Давайте купим. Улучшение стоит еще 1000. Давайте. Так, костюмы. Опа-па, денег не хватает. Ну, на самом деле, толку от него мало. Так, цвета. Цвета только за бабки, ребят. Улучшение инструментов мы сделали. В принципе, все, можно идти, наверное. Барыга. На нашем поезде ездит, еще барыжит, подлец. Доброго дня, шеф. Doom 4, мы поиграем в него полчасика и стрим закончится. Нет? Хорошо, придется лучшее оружие. Большой пак ящик. Нет, не хочу получить сувениры. Непонятно вообще, что это дает. Теперь этот поезд наш. Чувствую себя как дома. Спасибо. Ну, вроде бы едем куда надо, ребят. Так, дум. Ну, вроде прогресс есть, медленно, но верно. Нет, как-то не очень верно качается пока. Шесть минут пишет, осталось. Я думаю, больше на самом деле. Вот, наверное, после того, как скачается, мы, собственно, и продолжим Doom. Посмотрим полчаса. Ну, медленно качает, конечно. Вот так вот очень хорошо. Вот так бы и качал дальше. Хотя бы по мегабайту в секунду от PSN
В принципе, большего ждать обычно не приходится. Нормально. Так. Странно, поезд вроде показывает, что мы идем по маршруту, хотя... не знаю, может быть, он налево уйдет сюда потом. Сейчас посмотрим. Не, похоже, все-таки нам не по пути. Сейчас посмотрим, если он повернет налево, как и планируется, тогда, наверное, я сползу. А лучше здесь слезть. Он не дает, как всегда. На карете-то быстрее будет. Джейкоб, мисс Фрай, рад вас видеть. О, вы уже видели новую ложь старика? Ложь в газете? Да ну. А что же произошло с вашей новой линией? О, заказанные кабели не доставили. А потом мы перехватили это. Некий груз был захвачен на колледжском причале. В таком случае вернем его. О, стоп! Еще в одной перехваченной телеграмме был рецепт мощной галлюциногенной сыворотки. Я изменил устройство под ваши наручи. Алекс, вы гений. Ну, это совсем не так. Впрочем, я открыл, что эта сыворотка превращается в газ при нагревании. И когда кажется, что вам себя не превзойти? Парня спасли, а он испугался и убежал. Ну дает, чувак. Так, ну что, берем карету. Вот это, мне кажется, достаточно быстрый. Другую миссию будет проходить. Стреляйте дротиками в огонь. Серьезно?
Ты серьезно? Ой. Ну, я не помню, было ли такое раньше в Ассасинах или нет, ребят, но у нас просто, нам, не знаю, прям объясняют, каким образом нужно миссии проходить. Дают весьма конкретные указания, за выполнение которых, получается, начисляется бонус. Я вот не уверен, что это правильно. Мне кажется, нужно игроку давать определенную свободу. В этом-то и кайф. Интересно, тех не пошел убивать. А у меня дротики кончились. О, щит. Где их купить-то? Дротиков-то и нет. Тут барыга-то, который везде всегда есть. ММА стримил, да, НБА тоже. Стримлю НБА. А ММА стримил раньше. Было дело. О, жесть, не на того прыгнул, конечно. Видим впервые, ребят. Это было реально круто. Вебку я и сейчас делаю, но не на сюжетных играх. Так, предметы из воспоминаний. Дротиков нет, вот печалька, конечно.
он. Я думал, можно вот тот уже прошмонать. Валите. Зачем мне всех убивать? Зачем? Не мой стиль. Галлюциногенный дротик. Отлично. Так, зажечь, нести. Так, давайте, значит, сделаем. Интересно, есть ли у меня возможность прокачать возможность сразу же лутать парней. Так, капиташ. Иди погуляй. Иди давай. Иди, иди, иди. Не сейчас. Навыки. Так, вот какой-то был навык полезный, а у меня сейчас нет. Вот, да, вот этот навык надо было, конечно же, прокачивать сразу же. Видите его? Так, ну что там можно, в принципе, сейчас будет воспользоваться галлюциногеном. Это не дает мне никуда прыгать почему-то. Я думаю, вот там будет побольше выгоды, если туда стрельнуть. Во, нормально. Не подсвечивалось, но сработало. Отлично. Ну, в принципе, все. Этих можно не убивать. Причали драка! Нужно срочно доставить груз старику! Не понимаю, откуда все такие накачанные? Спасибо. Амбала. А, ребята, прям позавидовать можно. Как гора мышц.
Белл с ним разберется. Нет, нормально все. Вот это был неплохой улов. Не надо бояться, им только это и нужно. Вижу точку синхронизации. Дальше по курсу. Вот она. Точка обзора. Куда? Тебя случайно не Дима зовут? В чатике который. Нет. Птица спугнула. Да, это Бэтмен, ребят. Вы не в курсе, что ли? Мы играем с вами в Бэтмена, который еще не вышел даже. Называется Аса Бэтмен. Ассасин, это как так? Прио,
Так-то, стоп. Давайте заберем. Лишним никогда не будет, тем более галлюциногенные дротики — это вообще зло. Просто чит какой-то. Осторожно, мистер Белл. Дорогие мои друзья, как известно, всякое начинание — это риск. Ваше в особенности. Но вы снова одержали победу. Как вы узнали? Наступил век информационных связей. Мне уже сообщили из Гринвича. Груз прибыл благополучно. Спасибо. А вы узнали, что еще там было? Узнал. Боюсь, яд старика уже поступил в открытую продажу. Нас это не остановит. Зря надеяться. Что-то меня пока не вставляет. Все, что после пролога, как-то не так круто. Первая миссия была неплохая. Потом что-то как-то все не то. Непонятно почему. Навыки. Давайте я пока не забыл, куплю вот эту шляпу ему. Да ну уже за Иви надо играть. Ага. Дальше я. 10 навыков доступно. Хорошо. Навыки. Это у нас что? Купить 2. Давайте купим, я думаю, нам пригодится когда-нибудь. Новый уровень. Даже не знаю, что качать, если честно. Ну, Big Man Pro еще не пол игры. Ну вот ждем, пока это качается Doom. А уже, кстати, остался 1 гигабайт с небольшим. Есть надежда, что совсем скоро мы приступим к Думу. 1 мегабайт в секунду качается. Это хороший показатель. Ждем Дума, ребят. Я надеюсь, скоро скачается. Пошла!